буквально недельки две назад, там про французов не очень хорошо. Ну, обидно, вы поймете почему. Точнее, про одного. Но без обид. Такая немножко боевая какая-то. Не сбудется нам, какая разница, мы любим развлекаться, любим быть хорошими татошами, кокошами, гостями, только брошенными. Мы на машине времени проникнем в 19-й, поймаем там Дантеса и отлупим под лица. Прямые попадания во все сферы влияния для пропаганды пения. Новые возможности стать времени заложником, мои перспективы стать навечно должником. Если вдруг захочется немного одиночества, то всегда, пожалуйста, только щелкни пальцами. Какая разница, кто во что играется? Дорогие граждане, время просыпаться. Дорогие граждане, время просыпаться.